Приветствую вас, мои дорогие зрители. Сегодня у нас распаковка. Да, какая распаковка? Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас обзор пустых баночек за месяц, за февраль. Получается, за февраль. Целая сумка продукции. Сейчас скажу, что здесь есть. 21 баночка от Oriflame. И 4 продукта от компании Siberian Wellness. И еще есть продукты от других производителей на 799 рублей. И по ценам от Oriflame, если считать по ценам текущего каталога, это 24 985 рублей. А от Сибирского здоровья всего лишь на 2 490 рублей и 799 рублей от других производителей. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, буду по порядку брать, все лежит сверху. Первое, что я покажу, это истоки чистоты. Что это такое? Как я говорила в других видео, я сейчас делаю первую программу. Это чистка организма. Как говорят ученые компании, что чистый кишечник – это здоровый организм. Чистый здоровый кишечник. Итак, истоки чистоты. Они пьются в программе. То есть это второй этап. И параллельно еще пью к ним чай, который так и называется печеночный, для поддержки печени. Тут 3 баночки с невероятно вкусными ароматами. Тут были капсулы. Кстати, вот прям только допила. Тут были капсулы. Я, кстати, себе вот тут сверху писала программу, как пить, хотя на каждой баночке написано, но все равно, чтобы не забыть. То есть утром 2 желтеньких, 1 зелененькую. Вечером 2 синеньких. Вот там у меня одна капсулка даже осталась, даже 2. И 1 зелененькая. То есть вот таким образом пьется, больше ничего не нужно. В принципе, можно в период, когда пьются истоки чистоты, добавить еще витамины какие-то только днем, чтобы был интервал. Потому что если вы утром выпили вот этот комплект, то не надо ничего здесь пить. Нужно выпить, например, в обед какой-то БАД, если вы пьете ту же омегу или еще что-то полезное для организма. Иначе, если пить вместе, эффекта такого не будет. Окей? Далее, съела я батончик, вот такой, лесные ягоды. Сказать, что понравился, нет. Вот нет, у меня с ним любви не случилось. Заказала сейчас батончики, фундук, еще с чем-то, еще не попробовала, беру их в дорогу, кстати, сегодня уезжаю в Москву, буду по дороге есть батончики. Но вот сказать, что вот этот вкусный, ну так себе, знаете, не прям вау. Лесные ягоды, протеин, малиновый сок и коллаген. Ну, по сути, он, конечно, полезный, но... Ну вот так, что прям не могу оторваться, нет, такого не скажу. Эльбифит. Одну пачку пропила, когда болела, когда у меня вот проблемы были с кишечником. Я потом прям пропила пачку, и мне стало хорошо. То есть все наладилось. Это у нас необходимые, да, лакты, бифидобактерии. Здесь для микрофлоры кишечника, чтобы все нормализовалось, все хорошо работало. Пить нужно как взрослым, так и детям. По ценам, вот даже сейчас скажу, вот этот набор 1200 стоит. Батончик не помню, по-моему, 130, а вот этот пребиотик стоит 800 рублей, но сейчас он идет по акции 640 рублей. Да, если повезет, да, забегайте, берите по акции, потому что это будет выгоднее. И выпила магний. Вау, магний стал моей просто любовью, потому что я успокоилась, стала уравновешенная, потому что вот этот вот, знаете, психоз был сильный, я нервничала, плохо спала. Начала пить магний, просто замечательно. Всю баночку выпила, родителям купила и себе уже новую баночку заказала, потому что буду пить его постоянно. Так, допила витаминки, должна быть еще какая-то баночка. У меня запасы от Oriflame еще остались витамины, но мне уже не терпится пробовать витамины от Siberian Wellness. Как раз закончу чистку и буду уже их пить. Итак, это комплекс мультивитамины и минералы для женщин. Здесь баночка, по-моему, 60 было капсул. Уже не помню, что-то не написано на баночке. Да, 60. 60 таблеточек, вот я их пропила. На самом деле мне удобнее, когда в пакетиках. Вот если вы пили витамины, такие комплексы, удобно. Берешь один пакетик, в нем уже, например, там омега есть, все витамины необходимые, целевые. Для меня это круче, чем взять несколько баночек, открутить, достать, высыпать. Вот, поэтому я сейчас рассматриваю в основном такие варианты, чтобы брать комплексы и пропивать их. То один, то другой. Кстати, очень интересно, что компания Siberian Wellness
разные комплексы для разных целей. Есть для волос, есть детокс бокс, есть на суставы, который нацелен, или нейровижн. Вот я сейчас начну с него, потому что он влияет на мозг, на зрение и на слух. То есть и вообще в принципе, даже я смотрела отзывы, что люди, кто инсульт пережил или какие-то сложные заболевания, они как бы возрождаются после этих витаминов. Я очень хочу попробовать. И они, кстати, натуральные. Вот Nutrition серия дорогая, но там натуральные витамины. Возьму родителям попробовать и будем сами пить. Так, переходим к Oriflame. Это Михаил, наконец-то у него закончился этот комплекс. Я не знаю, как он долго им пользовался, насколько у мужчин все экономично. Это серия Novage Men. Красивая, посмотрите, какая классная серия. Такие, знаете, матовое стекло, баночки с дозаторами, сыворотка, крем для мужчин. Это, мне кажется, вообще просто фантастическая серия, потому что у Миши такое стало чистое лицо, кожа мягкая, ушла вся сухость. Вот прям очень рекомендую, если вы любите своих мужчин, то заказывайте для них тоже продукцию, чтобы они и очищали кожу, и увлажняли. Потому что и у нас, и у мужчин кожа есть, и стареет она также, и мужская кожа. И хочется, чтобы мужчина классно выглядел, чтобы от него вкусно пахло, чтобы у него там не было вот этих пор. Потому что вот у Миши кожа прям стала суперская. Мне очень понравился этот продукт. Так, закончился мой любимчик. Это гель для интимной гигиены, серия Феминель. Именно для взрослых женщин. И он идет как крем. Крем очищающий для интимной гигиены. Классный продукт. Я его, кстати, взяла в запасы и буду им еще пока пользоваться. И потом закажу из Сибирского здоровья. Тут тоже есть гель для интимной гигиены и пенка. Вот хочу попробовать, что мне больше понравится. Так, дочка отдала, это я ей дарила на какой-то праздник. Скраб для тела, такой ягодный, серия Love Nature. Он, знаете, такой как желе, он выглядит как желе, его реально хочется съесть, там прям были вкрапления таких зернышек каких-то ягодных. Слушайте, вот просто классный продукт. Жалко, что в Oriflame мало таких продуктов, вот таких вот вкусных, и линейка была ситуационная, да, лимитированная, и она быстро ушла, но я успела взять несколько баночек, и мы прям с удовольствием пользовались. Так, закончилась смягчашка, или смягчающий, как он называется, крем. С прополисом классный, это, по-моему, роза, эквадорская роза. Такой прям насыщенный аромат розы, но мне понравилось, я прям с удовольствием пользовалась. У меня эта баночка была в спальне, то есть я перед сном губки, локоточки, кутикулу, ноги тоже иногда я мазала. Ну вот классный продукт. И вот то, что вот есть в Oriflame продукты, у которых у меня прям вот любовь-любовь навсегда, то это точно смягчающее средство, я его буду там всегда заказывать. И еще один из таких продуктов — это краска для волос. Кстати, сегодня красилась перед поездкой, но уже эта баночка убежит в март, это февральская краска, 9.0 мой оттенок, посмотрите, какой роскошный цвет, краска шикарная, она вот реально ухаживает за волосами. После окрашивания, кстати, очень долго чистые волосы, такие блестящие, гладкие, и цвет не вымывается. Поэтому краску Oriflame я тоже очень люблю и всем ее рекомендую. Потому что, ну вот, есть крутые, да, вещи, значит, они есть. Вот еще, кстати, будет сейчас интересное у меня идти сравнение, потому что закончился гель-тоник Novage. Люблю этот продукт тоже в Oriflame. И по приезду из Москвы закажу себе продукт для очищения кожи из компании Сибирское здоровье. И буду пробовать, как моя кожа среагирует. Пока у меня еще крема от Oriflame, у меня как раз экологен, я еще осветляющий, уже забыла, как называется серия-то, господи. Ну вот скажите мне, вот Novage, а потом Optimals. Из Optimals вывожу пятнышки, да, кстати, посветлели, значительно прям вот стали менее заметные пятнышки от солнышка, поэтому тоже крем очень-очень люблю. Но для меня он единственное, что серия Optimals, он какой-то плотный, и если я его чуть-чуть лишнего нанесу, то он у меня прямо вот так скатывается. Конечно, момент не очень приятный, но моя цель была вывести пятна, и он это сделал. Михаил отдал 3 тюбика от зубной пасты и вчера говорит, дай мне нормальную пасту. Ему паста от Сибирского здоровья не понравилась, правда, он не попробовал еще мою любимую, как же она называется, профилактическая. В
черном тюбике, синяя крышечка, откидной, невероятная паста. И еще одна паста моя стала любимой, черника и древесный уголь. Она выравнивает цвет зубов, просто они становятся светлые, такие беленькие и ровный цвет, потому что у меня зубы, ну это с детства, краешки светлые, потом желтее-желтее и кончики прям такие вот, ну очень нехорошо. Я думала, что это мой нормальный цвет зубов, так нет, я начала пользоваться пастой черника и древесный уголь, и они выровнялись, я очень рада. Вот, в Oriflame пасты разнообразные. Вот он как раз использует травяной комплекс, отбеливающую и гель-паста. Вот. Я ему достала, говорю, у меня в запасах есть, так что бери, пользуйся. Не нравится, если тебе сибирское здоровье, значит, не будешь ей пользоваться. А мне понравилось. Так, и дочке, кстати, понравилось. Она говорит, мам, я не хочу Oriflame пользоваться пастой, мне это больше нравится. Так они в сибирском здоровье натуральные на 99%, ребят. Там 98%, по-моему, и 8, а в других 99,1, представляете? Так, две пачки витамина Wellness Pack. Это Михаил мужская, это дочка отдала. Я витамины сейчас не пила, потому что я делаю чистку. Смысл пить витамины, если да, все это будет выходить. И это как раз вот к тому моменту, когда идут именно не в баночках, и нужно по отдельности собирать. Отдельно омегу, отдельно антиоксидант, отдельно витаминки. А здесь все идет в пакетиках. И это очень классно и удобно. Конечно, цены сейчас на эти витамины просто какие-то космические. Я не знаю, когда-нибудь остановится рост цен. По-моему, вот такая пачка сейчас стоит 3900 на 21 день. Ну, со скидкой, да, конечно, будет выгоднее. Два закончилось кондиционера. Я не знаю, почему два. Как так случилось? Наверное, один в начале месяца, один в конце. Это говорит о том, что мы много пользуемся продукцией именно уходовой, потому что у меня волосы длинные, у Леры, Миша каждый день голову моет, Лера тоже почти каждый день. Я раз в три дня, ну, получается, в неделю два раза. Расход вот этой вот гигиены очень большой, особенно вот то, что касается волос. Смотрите, какой у меня раритет. Этого заказать уже нельзя. Гель, серия Discover. Большой объем, 750 мл. Я помню, его по какой-то акции прям за копейки взяла. Слушайте, ну, так как флакон неудобный, я его переливаю во флакон с дозатором, где жидкое мыло было. И мы и руки моем, и купаемся. В общем-то, он такой классненький, этот гель. Поэтому мы его любим. И жалко, да, когда заканчиваются запасы. У меня, кстати, один еще был в запасах, я его сейчас открыла, тоже перелила первый раз в дозатор, ну, в флакон с дозатором, то есть еще на два раза хватит. Так, а что-то Миша писал еще от других компаний. А, вижу, вижу, нашла. Так, вот такие пакетики. Здесь патчи с киви. Кто-то мне пишет, фу, фигня, вообще не работают. Но я не знаю, может быть, у меня нет таких проблем, вот чтобы были какие-то там отеки, припухлости. У меня достаточно, вот здесь ровная кожа, нет мешочков сильных каких-то, да. Ну, конечно, есть морщины, естественно, ребят, ну как, в 49 лет, мне уже через 2 месяца будет 49 лет. Естественно, что морщины, они есть, ну как, как-то по-другому, я не представляю. Все же меняется. Так вот, мне они нравятся. Реально нравятся. Я, знаете, я прям вот кайфую. Я их наклеиваю в месяц точно пачка, а бывает и побольше. Встала утром, чувствую, что хочу. Я просто беру, разрезаю напополам, чик-чик приклеила. Похожу немножко, снимаю. И я вижу, что кожа ровнее. И я вижу, что нет такой сухости или морщинок. И одна масочка для волос. Вот я люблю именно эти маски в пакетиках, они прям классные. Серия Love Nature тоже, это у нас, по-моему, папайя, да? Да, с папайей. Вкусные, классные, действительно работают, волосы восстанавливают, волосы шелковистые, хорошо расчесываются, они блестят, они вкусно пахнут. В общем-то, масочки просто огонь. Маска для лица, серия Love Nature, чайное дерево и что здесь у нас, извините, забыл, лайм. Просто стала забывать. Надо что-то для памяти срочно пить. Так вот, маска классная. И ее можно использовать и как скраб, то есть на мокрую кожу аккуратненько помассировать по массажным линиям. А можно нанести на 10 минуток, 10-15 минут, но только если подсыхает, не забывайте смачивать, потому что когда маски высыхают, это для кожи плохо, то есть они вытягивают влагу из кожи и сухость наступает. А наша задача, чтобы маска поработала с порами, потому что это маска для комбинированной и жирной кожи. Идеальный вариант. Как она пахнет вкусно, просто вообще супер. Слушайте, вы, наверное, будете на меня ругаться, но я выкидываю
Флакон, здесь половина еще средства, но уже закончился срок годности, поэтому пришлось с ним расстаться. Мне Миша говорит, почему ты не использовал? Ребят, ну мне не понравилось, вот правда, мне как-то неудобна форма. Это пипетка, открыть, накапать, что-то как-то, знаете, пользовалась, потом бросила, и вот срок годности вышел. И я не могу сказать, что я увидела какой-то вау-эффект от этого, но может быть, потому что надо было почаще это делать. Ну, мне неудобен формат, на самом деле. Мне проще взять пилинг какой-то, нанести, походить и смыть. Не знаю, хотя, может быть, кто-то скажет, да то что, это, наоборот, неудобно. Вот еще моя любовь в Oriflame. Это консилер, которым я используюсь под глазки, носогубки. Тут межбровку, да, можно там губки приподнять. То есть крутой, классный консилер, он очень удобный. И у него классный цвет. Вот кто белокожий, как я, например, любой консилер на мне будет торчать. Да, этого или пятнить, буду как долматишка. А этот, он идеальный, то есть он круто высветляет, он мягенький, у него хорошая консистенция, удобный формат, просто вау. И дочке моей тоже нравится. Тушь для ресниц, естественно, 5 в одном. Я еще не пробовала тушь в Сибирском здоровье. Она есть, ее очень хвалят, но я еще не пробовала. И она, кстати, такая дорогая, 1500 стоит, но как-нибудь закажу. Пока у меня есть тушь 5 в одном еще в запасах. И сейчас у меня, кстати, тоже на ресничках такая же тушь. Мне она нравится, вот в ней все классно. Она и расчесывает реснички, и поднимает их, и утолщает, и удлиняет. То есть у меня ресницы капризные. И не каждая тушь подружится с моими ресничками. А с этой тушью мы дружим уже много лет, и это любовь навсегда, вообще навсегда. Слушайте, вот еще тот продукт, который не Oriflame, да, он у нас Organic Zone. Присылали на обзор, присылали давно, срок годности вышел, просто стоит, думаю, так, ты что стоишь? Но он полный, антицеллюлитный крем для тела, то есть тут его много. Мне он не понравился, просто, во-первых, что? Я в плане, знаете, каком, немножко ленивая в том, что каждый день надо натираться, делать массаж, я могу поделать 3 дня, а потом забросить. И вот, скорее всего, так же здесь случилось, что я поделала и забросила. И он простоял очень долго. И знаете, он не испортился, что, как ни странно, никакой здесь плесени, ничего не появилось. Хотя это эко-продукция, и у нее маленький очень срок годности. То есть 3 месяца с момента, как открыли, нужно использовать за 3 месяца. Я поэтому думала, я сейчас открою, а там будет уже просто... Мама, не горюй. Нет, ничего подобного, все... Как бы и запаха нет плохого, ничего. Ну, выкидываем банку. Вот. Так что, кстати, сейчас пользуюсь антицеллюлитным кремом от Сибирского здоровья. И вот тут реально кайфую. Я брала от Oriflame несколько раз крем. Ну, вот тоже пользуюсь, забрасываю. Этот тоже мне не зашел. Еще какой-то мне присылали. Я все думаю, я начну бороться с целлюлитом. Но уходит, да, все мимо. А здесь я взяла крем, я, наверное, прям про него запишу отдельное видео, потому что я от него просто кайфую. Вы знаете, он с перчинкой. То есть если просто им намазать, вот без душа, ну, растереть немножечко, щеточкой потереть и намазать, ты так вот чуть-чуть, да, чувствуешь тепло, он работает. Но если пойти в душ, прогреться, помассироваться, хорошо промыться, и потом выходишь и наносишь этот крем, ребята, это печка такая... Просто это такой кайф, а я еще живот массирую, все ноги, ягодицы. Это вау-эффект. Я аж прям, я тут пищала, когда первый раз делала, я бегала по дому и кричала, у меня жарит. Это просто нечто, я рекомендую попробовать, он нереально классный. И упаковка мне нравится, то, что это в тюбике, а вот не в банке. Я, кстати, вот такие форматы вообще не люблю, баночные. Мне нравится особенно с дозатором, чтобы было. Это самый идеальный вариант. Вот, все, закончился пакет. Вот такой обзор. Слушайте, вроде бы так всего немного, такие суммы, да? Ого-го. Поэтому, когда мы думаем, надо ли оформлять дисконт в какой-то компании или нет, ребят, не думайте, потому что экономия получается очень хорошая. Не знаю, обычно мне Миша пишет, какая экономия. В этот раз не написал. Ну, ладно, хорошо. Ну, мы и так понимаем, что... В Oriflame скидка 20%, в Сибирском здоровье кэшбэк 25% возвращается, то есть еще больше, четвертая часть стоимости возвращается, и это очень классно. Ну и так как я партнер компании Siberian Wellness, а если у вас еще не оформлен
официальный, да, себе личный кабинет, чтобы получать кэшбэк или как клиент, или как партнер, напишите мне, и я вам помогу оформить кабинет. Или перейдите по ссылке в описании под этим видео. И также вы оформите себе личный кабинет. Мне придет письмо, что у меня новичок, я с вами свяжусь и введу вас в курс дела, добавлю в чаты, научу, как что делать. Так что вы будете в моих надежных руках. Спасибо вам за внимание, всем желаю здоровья, красоты, отличного настроения весеннего и успехов во всех делах. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик внизу, чтобы получать оповещения о новых роликах. Всего доброго, пока-пока!